Итак, всех приветствуем. На втором матче сегодняшнего вечера у нас здесь играют Хокер с по левой руку и по правой гандикап. Уже видели сегодня их, у них второй матч в ряд. Вот, ну, покажут, как они на дистанции, вот, и в такой вот обстановке, когда, ну, у тебя не просто один матч, а два, а я еще и в ряд. Вот так вот. Ну что, убежка, первая мапа в этом противостоянии. Вторую сразу же давайте, это ДЦ будет за КТ экстремал, пикал. Сори, за КТ будут хокерс, за КТ это сейчас у них на убежке. Ну и пока я это все дело говорил, очень быстро, очень легко, непринужденно хокерс забрали апленд и, не поставив бомбу, просто всех убили, закончили раунд. Ну, я думаю, то, что хокерсам в рамках данного матча по динамике будет не занимать, но в любом случае здесь уже вторая групповая стадия, и по-хорошему, конечно, возвращаться в колею. А то на первой групповой стадии и групповая стадия 1.2 мы отмечали некоторую вялость коллектива, что после присутствия на мировом чемпионате ребята как будто немножко потеряли свою игру, может быть, слишком вышли в длительный отпуск, точнее, вышли в слишком длительный отпуск, слишком вышел в отпуск. Ты чё вышел слишком? Хаешки потихоньку отправляются опять же под апленд, ну и будет выход, я полагаю, под эти гранаты, ДЛ и коннектор, все по классике. ЧСВ погибает, погибает и его тиммейт, это 901. СТ, да, отправляется вслед за своими павшими тиммейтами, ну и просто пока что суперсильное избиение от Хуке. Угу. Вот здесь они просто пробрались поближе к позициям апленда, снова же. И аккуратненько выбили. Лонг, аркада, вижу, смотрю, ЧСВ с другом. Открытие на лонг. Мерис играет на приеме. Рядом есть 505, еще тоже фейс вышел помочь. И всей семьей забрали тех, кто аркадил. Ну, кроме одного игрока, который здесь тоже находился, мог погибнуть, но нет, он уж вовремя унес ноги. Открытие от фейса, кстати, в одинокого, никто ему здесь помочь не мог, он пошел один. Вот так вот. Теперь на квадрате работает. Через мид мог здесь выйти игрок, но не вышел. И сворачивает сейчас ребята на Б. Здесь могут поставить. Все чисто. Тимоха говорит, посмотрел все по уголочкам. Ага, чисто. Ну все, я пошел ставить, говорит. Так, и его друг Неверкил. Простите, Неверкил. Вдвоем с КТ будут открываться. Смоки есть под выход. Неприятный. Тут весь монитор в слезах. В слезах от потерянных раундов. Да не, на самом деле, ну, понятно, дело от смоков, но может быть и от потерянных раундов, потому что это 3-0. Супер быстро, не находишь? Что это за символы? Да, не тут. Ну да, да кому уже видели, кстати? Вот, а за символы то, что я это говорил, то, что тут человек, походу, а ты чё? А ты ни разу не активировал такие кодя? Там просто иксы маленькие убирают, а код активируется. Ага. Да. Все, что маленькими иксами, то бишь буквами нижнего регистра, стираешь и активируешь. Это код. Добро пожаловать. А, то, что здесь 3-0, и, судя по всему, за 4-0 мы с вами подъезжаем. Максимально беззубой выглядит оборона сейчас со стороны команды Гандикап. Какой раунд это из четырех в сухомятку разыгран? Второй точно. Первый, вот были у них потери? Так, вот. Кого? Пахамет, посмотри, всего три фрага сделано. Тут даже гадать не нужно. Ну да, тоже верно. У Дага тут всего лишь 3-4 играет. Тиммейты пока на зачилке дикой. И все. Ну им в этом помогают, давай тоже будем откровенны. Они пытаются там вроде как не зачилиться, но по итогу их просто растаптывают. Не знаю, хукерцы супер просто гуляют по карте. Десятка уже для фейса, never give up. Один, уже в считанные секунды. Да, он сносит голову фейса, окей. Но там бомба будет под аплантом. Ретейкать все это дело как-то рано или поздно все равно придется. Возможно. Хотя тут. Ну ладно, на мид пойдет. Там его Лакост ждет, и Лакост его перестреливает. 5-0. Ну, не знаю, первую половину вообще не заметил. Ну, я сейчас как раз думаю о том, за сколько она по времени прошла. Наверное, тоже как раз 5 минут. Да не, ну, не 5 минут, это не точно, потому что там один из раундов, они были на 1.5 минуты вообще выходили, по-моему. Что-то такое было. Но все равно. Это очень быстро. Мега быстро, я бы сказал. Супер уверенные. Так, да. Всем привет еще раз. Да, с вопросиками какими-то, которые, если вы вдруг здесь новенький, ничего страшного.
Самое главное, знаете что? Страшно... Или даже... Короче, неудобных вопросов не бывает. Как бы так вот можно сказать. И поэтому, если вы что-то хотите спросить, не стесняйтесь, пишите, поможем. Если не мы, то в чатике кто-то... Да не, мы-то... Просто почему я говорю, если не мы? То это просто по таймеру, потому что задержка в эфире есть 2 минуты 10 секунд. Поэтому, если вы в чатике написали, вам скорее кто-то из чата может помочь, чем мы. Но если из чата не напишут, то мы расскажем, покажем. По возможности, как будет времечко. Вот так вот там. Ну что, будет ли это здесь 6-0? Пока непонятно, потому что 3 в 3. И тут, кстати, из... Хорошо. Хотя опять один игрок стреляет. Не. Все еще непонятно. А почему? Или что конкретно тут влияет? Настолько ли получается... Сильны или... Какое что же слово здесь подобрать про хукерс? Что вот прям... Ну нет, его вообще никак. Ну или это тоже дело про разыгровки, про которые тоже мы говорим, что порой командам не хватает одной карты разыграться. Но гандикап-то играет уже вторую встречу. Вот так вот. Ай-яй-яй. Мэрисон против Never Give Up. Хорош. Как же он хорош. Но это 6-0. Да. Это что-то с чем-то. Пип. Ты, конечно, такое прям раздолье для фантазии открыл фразой «неудобных вопросов не бывает». Да. Я в этот момент хотел спросить, а потом такой, а, подожди, цензура же. Вот он, неудобный вопрос первый. Давай вот, точнее, тоже. Ну, не тот вопрос, все, типа, перезадай. Сказали же, неудобных вопросов не бывает. Так что ты что-нибудь другое спроси. Сейчас посыпется. Да, конечно же, можно спросить. Но... А вот этот вопрос тебе удобный или нет? А почему колобок круглый, но все этот... А, все говорят, что он уходит, когда он может просто крутиться или что? Вот, короче, какие-то такие вопросы могут спрашивать. Я пытался... Подожди, только что-то сгенерировать. Кто говорит, что он ходит? Ну, кто-то там в своих сказках пишет, что он ходит ногами. У него, типа, ноги. Ну, может быть, это кто-то там... Вот... изделия. Переписывает, но у меня на памяти катится колобок себе, катится, а навстречу ему зайка попрыгайка. Типа, там не было. Шел себе колобок, шел 3-9 земель, прошел, там что-то такое. Не встречал. Ладно, тут ДЦ у нас, и посмотрим, будет ли ДЦ настолько же молниеносным, поскольку карту убежища мы с вами вообще не заметили. Буквально за 5 минут отыграли и пошли дальше, но здесь кажется, что чуть более крепкие ребятки из команды Гандикап. Они это нам демонстрировали еще в предыдущем матче, но соперник поменялся, его сила, его мощь и агрессия, в частности, изменились. Смотрим, что они смогут предложить. Закидывают хаешками Лакоста, который пытается от этих гранат увиливать. Ему это, в принципе, удается. Почему нет? Есть контакт сейчас на длине, там где-то на пикселе открываются периодически, но проблема заключается в том, что их могут и закрыть со спины, если 505-й решится пойти на чуть более уверенную агрессию. Хаешки залетают под Петер, появилась информация по экстревузу, Лакост спокойно зарабатывает на Never Give Up, экстревуз на 7% здоровья, Килица живет на Беттере, уже не живет, Лакост ЦРБ его выцепил. Конечно, 901 разменялся, но еще два соперника, 50% на все про все, и призрачная надежда, что с РБ где-то в прыжке залетит что-то более сочное. На позициях аркады центрального кафе находится 505 на 120% здоровья, и 901, судя по всему, к нему в гости прямо сейчас придет. Ну, конечно, хедшот его определенно может спасти в этой ситуации. Попытался подкинуть дэмэджа, но не удалось. Для Андрея это контакт и минус. 7 раундов подряд, суммируя с предыдущей картой для хукерцев. Есть. Поехали. Да коли будет? Такой вопрос можешь задать. Сейчас посмотрим. Чуть-чуть вроде началось. Уже это не только один игрок стреляет, это уже двое фраги зарабатывают. Экстрево скидает хаешку в упоре соперника. Можно встретить, видит одного спиной, пытается забрать, не получается. Сказал другу там, пойдем туда, пойдем, пойдем. Но вот, если уж мы за сказки начали говорить, то вот в разные стороны там начали тянуть. Это кто? Это тоже что-то? Или не было такого? Короче, начали тянуть, но только все вот в свою сторону. А, лебедь, рак и щука. Вот что я вспомнил. Во. И все по-своему этот. У нас тягает. Сегодня какой-то вечер русских народных или чего? Походу.
Ну, просто я вот сейчас вот в моменте, как раз вы, ребята, так как от меня же картинку-то видите, могли заметить, что вот один увидел свою информацию, что у него там соперник, другой увидел, что вот у того за спиной было, поэтому на него фокус держал. И не мог вот как-то он туда пойти, он сюда, смотри, ему нужно здесь было идти. Короче, вот, все в разную сторону, стороны, и ничего толком и не вышло. Это уже 10-й раунд подряд. Покерс. Ты туда не ходи. Ты сюда ходи. Туда пойдешь, совсем мертвый будешь. Да. Но прошлись вроде как по карте. Здесь игроки команды Кукерс принесли очередной 3-й раунд себе в копилку. И есть очередная агрессия на БК. Тимоха находится в упоре. Экстревузу удается здесь неплохо так разменяться. 3 в 3 остается ситуация. Лакосту позволили уйти от ланга. Есть инфа по Экстревузу. Фейс ликвидирует ЧСВ, так что хелпы на Зиге не будет. И теперь длина остается без поддержки. Буквально за 30 секунд уже перелопатили практически весь коллектив команды Гандикап. Весь коллектив команды. Да-да. Тавтология мое все. Фейс 7-0, 4-0 на табло. И чё, 2 по 5 и расходимся, что ли? Давайте сначала 2 по 100. А потом, это, нормально. А потом можно дальше. Так. Не, ну пока у ребят, да, 2 по 0,5, походу. Точнее, ну половину, окей, 2 по 0,5, а потом еще по этот, еще по 100. Или что? Не, ладно, далеко заходит, короче, эта тема, пытаясь как-то так переиграть все. Я не знаю, не знаю, я вот уже затрагивал тему, что, ну, все про индивидуалку, скорее всего, где гандикап, ну, не смогли как-то вот. И вот опять же, то, что вот раундом ранее было сказано, про то, что все в свою сторону тянут, не выходит, ну не знаю. Ну, не знаю. Просто хороши Кукерс, скорее всего. Потому что вот тоже про разыгровку команда. Здесь речи идти не может. Гандикап играли свою предыдущую встречу, и вот все такое. Это, соответственно, про взаимодействие с соперником, которого, ну, не удается как-то найти, чтобы, знаете, свою игру построить, чтобы какие-то раунды начать набирать, потому что все еще в сухомятку. Так, слишком сухо, ребята, ваше здоровье. Это надо запить. Так, давай, срочно. Давай. Да, 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 да. Процитировал бы я сейчас классика, но не буду. Поехали. 5-0, 6-0 или как? Ну, раунд-то надо забрать, парни. Наверное. Ну, надо. Нет? Ну, надо, надо. Раунд престижа, как минимум. Раунд престижа, да. Ну, в любом случае, здесь, знаешь, это слишком много соли на рану команды Гандикап. Но для гандикапов, как минимум, повод задуматься о том, что происходит сейчас в конкретно этом матче. Можно ли сказать, что хукерсы прямо, ну, насколько, на 3, на 5 голов сильнее сейчас команды Гандикап, то ни одного раунда не получается забрать. То, что мы видим с вами, да, оно, в принципе, так и складывается. Но вот если смотреть на дистанцию, то у команды Хукерс были, так скажем, не самые сильные времена уже на старте данного сезона. И либо здесь уже стадия, вторая групповая стадия настолько подводит и заводит игроков команды Хукерс, что они подготовились, поиграли, потренировались дополнительно, а первую стадию групповой они еще как-то на старых дрожжах, так скажем, пытались проехать, то сейчас это просто какие-то машины для убийств, которые не видят вообще никаких препятствий. Они просто несутся вперед и просто перемалывают своего соперника в пыль. Угу. Глум тут писал, транса зависла, и вот такие сообщения всегда байтят, конечно. Да не, все в порядке. Ему в чате модератор пишет, F5 нажми. Какой F5? Я с телефона. Ну, я говорю, ну тогда просто F. F, то респект. Пресс F, да. Ну, я не знаю. Ну, можешь этот... сейчас сижу, говорю ему, как будто слышишь, если у него там зависло все. Ну, этот режим самолета, возможно. Включить, выключить. Самое печальное здесь для коллектива Гандикап, что извлечь из этого матча урок они могут, ну, сугубо говоря... Сугубо. Да. Грубо говоря, только урок силы.
Ну, мы можем сейчас сказать, что хукерсы переиграли по тактической составляющей на каком-то неимоверном уровне и делали то, что мы не видели вообще никогда. Нет, это просто про фраги было. Вот, я про это и говорю, что в этом, возможно, и небольшая печаль команды Гандикапа кроется, что их просто раскидали. То есть здесь акцент сделать на каких-то тактических движениях будет, ну, не буду говорить невозможно. Возможно, все-таки команда Гандикап для себя что-то подчеркнет, когда будет смотреть реплей, и, возможно, парни сделают свои выводы. Но из того, что мы увидели с вами на убежище, и то, что увидели на первой половине делового центра, это просто демонстрация физической силы со стороны команды Hookers, которые не боятся никого и бояться не собираются. Возможно, мы можем сейчас там на пальцах одной руки сосчитать раунды, на которых были шансы для команды Гандикап по своему численному преимуществу, но они его не могли удержать, и хукерсы максимально быстро все это дело стабилизировали. Не знаю, пока что остается разводить только руками. Фейс в наглую заходит на позиции Зиги, находит уже даблкилл для себя на гранате, потом подрывается. Его тиммейт есть по даблинтом, это же 505-й, Тимоха уже в коробе, бомба должна быть установлена прямо сейчас, ресурсов у Гандикапа все меньше и меньше. В первую очередь жизненных ресурсов все меньше, пару игроков остается на пару хитов. Бомба установлена, на ланге еще остается 901 как сдерживающий фактор. Есть размен, окей, залетает экстремус на пятерку, там же его и хоронят. Разменивается вроде как 901, оставляя ситуацию 2 в 2, но здесь доминация на пятерке. Контакт для 505, и он свободно перестреливает из тед-дага, выигрывая 6-0 очередную карту. И 12-0. Матч сыгран. Да. Ну, 12-0, если вдруг кто только с этой мапы зашел. Это предыдущая тоже 6-0 была сыграна. Это что-то с чем-то. Ну, ребята могут быть собой довольны, потому что Flawless Victory сделать очень тяжело. Ну, чистую победу, когда ты без потерянного раунда закончил эту встречу. Это можно лишь только поаплодировать. Вот. Спасибо командам. Гандикапам, ну, держитесь там. Я не знаю, здесь разбирать, да, что-то сложно, просто потому что мы уже здесь подводили какие-то в кавычках итоги, что это просто льбу речь, просто вот здесь не удалось, соперник что-то вообще слишком жестик проехался, и все, тут не добавить, не убавить. Посему откланяемся, я не знаю, насколько это будет пауза, это потому что что-то с чем-то, игра-то здесь очень быстро закончилась. Готовы ли коллектив Retard против игроков AOXZ, я не знаю, но очень надеюсь, что они смогут начать раньше, а то пауза может быть долгой. Если вам что-то, мистер Макс, добавить? Нет, я только согласен с тем, что да, мы держим кулачки и надеемся на то, что матч Retard AOXZ начнется раньше. Но в любом случае, если что, мы вас предупредим. Илюша постоянно находится в чатиксе. Так что, ребятки, не переживайте. Кодяо на маску я вам закинул в чатик. Поэтому, ребята, забирайте, пополняйте свой инвентарь. Радуйтесь, кайфуйте. И также для вас информация, что сегодня мы после эфира с Илюшей обсудим наше завтрашнее голосование на тему того, что мы будем закрывать в коды. Плюсом ко всему, я уже видел сегодня сообщение. А чё раньше в кодах вот пушки раздавали? Ребят, пушки и сейчас есть в кодах. Но они в кодах не для чата, а в кодах за баллы. Сообщаем для всех тех, кто у нас новоприбывший на наши трансляции или просто старичок, который не в курсе всех нововведений. На Твиче есть такая функция, как баллы канала. За эти баллы есть возможность вносить свои вознаграждения. И, собственно говоря, эти баллы копятся максимально просто. Просто за то, что вы смотрите нашу трансляцию. В отведенный промежуток времени вам постоянно капают баллы. Плюсом еще падают такие сундучки зелененькие. Когда вы на них нажимаете, вам сверху падает еще по 50 баллов. Они, по-моему, раз в полчаса проходят. А сами баллы капают раз в 10 минут, да, у нас? Ага. Вот. Но! Да. Здесь у кого-то возникнет вопрос. Ибо я посмотрел, там ценники от 25 тысяч. Я сколько это буду копить? Для этого, друзья, чтобы вам было проще копить эти баллы, у нас и введена система ставок.
Что это такое? Все просто. Баллы, то бишь банальные фантики, вам ничего своего тратить не нужно ни в коем случае. Вы просто заходите в опрос, который создает модератор перед стартом каждого матча. Где этот опрос появляется? Если вы с компьютера, то он в верхней части чата начинает отображаться. Если с телефона, то вам проще всего его найти, нажав на свои баллы. И там вместе с девайсами, которые указаны за баллы, будет висеть вопрос, кто победит. И вам в 2-3 минуты, да, сколько там висит опрос, я, к сожалению, не засекал. В общем, как только этот опрос открывается, у вас есть 2-3 минуты, чтобы сделать свой выбор. Допустим, поставить свои баллы на команду А. И если команда А действительно выигрывает в матче, то ваши баллы умножаются на коэффициент, который будет указан непосредственно в этом опросе. Как распределяется коэффициент? В частности, все просто. Если на команду А сумма ставок больше, чем на команду Б, то и коэффициент на нее будет ниже, чем на команду Б. Также, помимо того, что вы можете выбрать между командой А и командой Б при установке, точнее, при выставлении своих баллов куда-либо, вы можете выбрать ничью. Допустим, в матче будет 1-1. И тогда вы тоже получите свои баллы. На ничью, как правило, коэффициенты завышены. Вчера у нас вот молодой человек на ничью поставил прям супер какие-то маленькие копеечки, выиграл 80 тысяч баллов. А эти 80 тысяч он может как минимум поменять на пару скинов на 7 дней. Ой, скинов, господи, купонов на 7 дней для себя. 2 по 25 тысяч. Все супер. Даже 3 он может для себя взять. Вообще идеально. Так что, ребятки, не бойтесь, принимайте участие и, собственно говоря, зарабатывайте баллы и меняйте их на девайсы. Что? Всем удачи, говорю. Да, всем удачи. Девайсы здесь абсолютно разнообразные. Вы можете найти себе как и купончики пополнить свои инвентари, так и дуалы, то бишь крисы, и снайперки разные, там тактилайты, чайтаки, ауги, карабины, дробовики, кольт-питоны, все, что хотите, ребятки. И мы когда-нибудь, честное слово, мы доберемся до этого магазина, и мы его полностью переработаем с учетом новой меты. Ну а пока у нас будет музыкальная пауза, переваривайте всю новоподданную информацию, и со следующего матча вы можете как раз-таки поставить свои баллы, которые у вас уже накопились, возможно, их приумножить и уже что-то прикупить себе на недельку. А пока будет музыкальная пауза.